В центральном парке города Видное появилось чудо. По-другому и нельзя назвать небольшое сооружение, стилизованное под телефонную будку, в которой разместились настоящие книги и на любой возраст, и на любой вкус. Я вчера приехала из отпуска и сейчас увидела эту библиотеку впервые. Обрадовался, интересная книга. Книги тут интересные, когда я подошел туда. И я люблю читать. Мне как раз мама еще сказала почитать, должна почитать, читаю каждый день. И я решила тут почитать и маме потом рассказать. Проект «Библиотека в телефонной будке» наполнил отдых видновчан в парке новыми красками, новыми интересами. Очень рада ходить вот по парку гулять и очень обрадовалась, когда увидела эту библиотеку. Просто очень обрадовалась. Выбор хороший очень. И детская литература, и взрослая литература представлена. Очень рада, кому пришла в голову такая интересная идея по поводу библиотеки. Уже сейчас можно оценить данный проект. Люди интересуются, подходят, спрашивают. Кто-то берет книги из библиотеки, носит домой, читает, кто-то читает здесь. Цель проекта – вернуть интерес к книге. В сегодняшней ситуации, в сегодняшнее время интерес к книге пропал. Все меньше и меньше читают книги, и взрослые, и дети, все больше гаджетов появляется. Поэтому цель данного проекта как раз вернуть интерес к книге, к настоящей книге. Жители, узнав о том, что в парке появилась библиотека, спешат поделиться своими книгами. Андрей Губернаторов, отец троих детей, вместе с младшим сыном принесли много детской литературы. Вообще город становится лучше, это такой вот штрих, который тоже, думаю, улучшит имидж нашего города. Хорошо, что появилась такая вот возможность почитать настоящую, но важную печатную продукцию. Красный цвет мобильной библиотеки с полками разнообразной литературы привлекает не только взрослых, но и даже самых маленьких, которые читать еще и не умеют. Я надеюсь, что этот проект позволит действительно вернуть молодым людям, подросткам любовь к чтению. Потому что книги – это, на мой взгляд, это самое прекрасное изобретение человечества. Авторы проекта планируют развивать его и дальше, попробовав реализовать мобильную библиотеку в Расторгуевском парке. Телефонная будка, на мой взгляд, наиболее удачный формат, потому что позволяет ее использовать в любую погоду. Потому что будка защищена от дождя, от снега. Я уверен, что и зимой здесь будут люди приходить обмениваться книгами, потому что специально сделана непроницаемая крыша. И дверь с доводчиком, которая закрывается, не будет позволять туда снегу попадать. Поэтому приносите книги, читайте книги, обменивайте их. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.